Так, давайте-ка я весь, наверное, какую-нибудь новость расскажу. А то вот так вот просто торчать, стоять неинтересно. И бродить между домов. И сразу панорама такая на порт. Раньше мы объезжали, кстати, по вот этой дороге. Частенько. До того, как сделали новый путь. Скоростной, так сказать, быстро. Лошинь, Хорватия. Нашли буквально недавно из Второй мировой большую, ну что-то взрывчатое. Сейчас я точно не могу сказать, что это было, но было большое и опасное. И по системе, как это проводили у нас в реке, да, река вот тоже. Тут я сейчас нахожусь, город. Недалеко от центра. Это если объехать вот туда, и там тоже порт, и там такая же фигня была, произошла. Тоже нашли что-то опасное, взрывоопасное, тоже из Второй мировой. И вот тогда у нас эвакуировали на 2 суток центр города, ну не ведь целый центр, а все, кто был рядом, находился. Люди, кто живет, дома, магазины, кафе. У кого не было места, куда переехать, их перемещали в отели. И производили под контролем взрыв. И вот такая же тема. Сейчас Лошинь была. Ну, долбануло, конечно, нехило. Как они делали? Они оттягивали, ну, завязывали эту штукенцию и оттаскивали на безопасное место. Люди такие, о, наверное, сколько рыбы-то всплыло потом. Прикалывались. Но обезопасили. Вот до сих пор такое, представляете, дно проверяют регулярно, смотрят, контролируют, ну вот. Находят. Такие камни красивые, обглоданные временем. Куда с этой горы не скатиться нафиг. Смотрите, какие прикольные. Кстати, знаете, на какие они похожи? Когда у нас над городом поднимаешься, панорамные площадки. Вот так же ветер их вылизывает, так сказать. Прям вот гложет. Сегодня жарко, 20 градусов приблизительно. Но приятных. Не душно, не парит. Есть ветерочек легкий, это классно. Сейчас я, наверное, дальше пойду район изучать.